Народу нравится. Чего? Народу нравится! Сегодня уже пребывая на работе во второй половине дня, прочитал последние отчеты на сегодня на форуме земляков Москва и Московская область. А конкретно прочитал отчет Николая, они вернулись с Рязанской проектной компании «Сон Медиду». Вот, посмотрел фотографии по углу, по природе. Руки записали из Свердила. Хочу тоже на рыбалку. Кстати, Николай из той компании, которая установлена на эти сферы, привет. Вот, значит, уже ближе к вечеру посовещался со своими старыми рыболовными проездами товарищами. Решили завтра снизить свои карпа. Карпа решили снизить там недалеко от того, где живем. Значит, у нас как бы есть два варианта. Это или Нарские пруды, участка Белькова. Значит, там стоимость 1600 рублей. Норма вылова 7 килограмм. Количество стерлей, сезонов, 200 килограмм. Вот. Вторая точка – это передача примерно на 10 километров по Митке Ремажайке. Значит, рыболовный клуб «Одесетский Раскаты». Значит, там оплата 2000 рублей. Нормы вылова нет. Значит, решенное количество стерлей – 3. Ну, я ловлю на 1, максимум 2. Очень легко. Вот так что для меня это, как бы, ну, мало волнует. Значит, так как на рыбалку собрались спонтанно, значит, в магазин зайти и купить прикормки вечером было уже проблематично. Значит, решил, что замешаюсь на каких-то остатках от прошлых рыбалок. Вот. Значит, в закромах родины найдено несколько пачек альбеги, но, так сказать, карповые рыбалки, они были не совместимы. Также нашел три пачки грибных фунгов, грибных фунгов, то есть первый бифреш, большая рыба, второй фидер река, ну, били на улице, ну, что делать? Из двух пакет, ну, лучше рэп, ну, классно. Вот, как бы, вот эти три пакета будем использовать за вместе. Также, значит, буду добавлять тоже остатки рыбы перец четвертым, также производство две фишки, называется он Green Metal. На клинике очень сильно пахнет рыбой, гранулой. Ну, вот такой вот пойдет у меня прикольный. Также было найдено Денисинга. Телефон называется это. Ну, я телеграмму, извините. Значит, из Денисинга был найден остатки кирпичка Клапова. Тоже пойдет у меня сюда. Также уже сварено у меня полкилограмма цена на еду, тоже пойду туда, значит, и так же будем нам из Денисишки приносить остатки полторы бутылки ликвидский рог на стиле. Также, собственно говоря, будет использована неласка. Неласка у меня достаточно
слышали топчик критик, что Олега Кудрика, наверное, не пойдет, что из группы Олег, они, наверное, нет, и как неловко, как они выливаться к вам. Вот. Где-то есть бизнес на полбанке, если не хватит, вот видите, все выливаться оригинального производителя Рыба Шелла. Вот. Попробуем. Все подписывали, без кукурузы у вас никуда будет добавлена банка кукурузы. Вот. Ну и, собственно, по составу, ну и так уже много всего добавляем. Ну, собственно, да, вот такая есть штука компании «Топ-секрет». Называется «Инстант Тавдер». Вот, значит, это кокос ваниль. Значит, добавка в рекордку на основе, я думаю, кокоса с какими-то добавлениями печеньки или каких-то бисквитов. Очень приятно пахнет. Я думаю, тоже можно будет добавить 5 баночки. Вот. Ну и для того, чтобы прикормка появила, ну вот есть такая тоже серия топ-секрет. Это красный город. Я думаю, что он немножко добавил, немножко склеил, но это я же прикормку для кормушки. Вот такая чуть-чуть. Значит, все, темнить пока ничего не буду, потому как уже на районе посмотрим, что там, как и что. Это баночка один с тобой. Ну, как-то вот так. Значит, завтра мы стартуем, я думаю, где-то без 15-5, пока загрузимся, 5 выделим. Ну, и, собственно, я думаю, к рассвету мы уже выйдем на водоем. Главное, чтобы погода завтра была более-менее нормальная. Завтра день города. Я думаю, как по настоящей улице будут разгонять облака. Главное, чтобы они разгоняли очень аккуратно, чтобы над нами не полил дождик. Так что так. Ну, и понятно, что до завтра. Доброй ночи. Да, утра спокойно. До завтра.
решили, что здесь был уже закрыт, вернее, промышленный пруд, стоимость путевки 2500 рублей с человека, норма вылова 10 килограмм. Но, как видите, за эти деньги, за 2500, здесь просто вот надо брать с собой косту и газонокосилку. Вот, и все лучше. И вот сейчас уже я практически, наверное, около 40 минут просто подготавливаю место. Значит, рву траву руками и прочее. За эти деньги, господа, не советую вам сюда вообще даже ехать. За 2500 на эти промышленные пруды. Это не рыбалка, а покос. Вот. Ну, так как мы приехали, вот, уже сделали эту ошибку, приехали вот сюда, заплатили эти деньги. И, то есть, когда при покупке путевок нам сказали на въезде, что стоят понтоны. То есть, их можно комфортно ловить. Понтонов здесь всего два, и они вначале вот это вот в углу этого водоема, и они уже заняты. Так что администрация рыбхоза «Наши острова» большой минус, за что вы берете деньги. Ну, как бы мы снимаем дальше. До включения. Thank you.
Макар прям боец. Значит, сейчас прям снес все мое хозяйство. Вот этот вот боец. Поводки использую 0,16. Значит, но ставлю проставку фидер гамма. Без него поводки бы рвались, я не знаю как. Крючки фоксовские, карповые. Всем привет. Рыбка клюет исправно. Надо пойти проверить друзей. Надо пойти Юрика проверить. А Юрик? Юрик? Юрик у нас не там. Юрика пойдем. Юрика. Так, браконьерничайте, значит. Коромысло опять штук. Бубенцы. Мозг выносит мне. Ну, что там у тебя? Ух ты, снежки какие. А что у меня приколки не берет? Ну, все понятно, мясная, хорошая. Ну. Ну, есть? Так, бубенцы разваливаются на ходу. Видите, рыбка, рыбец. То есть мелочь мы не снимаем. Мне сейчас мой самучек снесет. Я так один съел сейчас все. А, у тебя даже ничего нет ничего, да? Ну, там рыба плавает у нас. Что там у тебя плавает-то? Рыба. Это зеркало даже есть свое. Ну так заверни его туда и все.
А что это тут? Что, я думал, что... Работает? Вот, клюет, ну-ка! Утащится! Нету! Ну, правильно, вот куда идет, ё? Уходи. Нету? Ну ладно, ты тренируйся. Пойдем в классинку сходим. Тихо. Вот, смотри, все. Ну-ка покажи, какие у тебя классики хорошие. На что ты ловишься? Так, ну, награновые. Тут раз путаем, мы поняли, что у тебя заснас. Ой, что. Пойдем мы. Такой вот бойкий красавец. Отлично. Так, идем в гости к Васильичу. Александр Васильевич, третий браконьер. А? Не понял. Ты не браконьер? Так. Значит, у вас тоже народная смерть. Ты что? Вот тут вареный. Славянчик. Кармак. Его не видно, потому что я темнел. Ты знаешь, как рекорд пошел все. Ты мои не попробуй, я другого не пробовал. Ну, видно, нет, нет на всех. Так, ты награвываешь, а Юрка подвес уже. Да? Вот, принес, смотри. Давай, подержу. Давай, подержу. Ну, нормально, вот подошел, да? Ну, я понимаю, давай. Забрасывай, друг, я снимаю. Сейчас будет все, о, слишком пошел. Нормально. Да. О, это мой фидер.
Любимый? Да. Олеша. Видишь, как ты отыгрываешь? Обмен на субанило. О, дядя Юра идет. А мы тут вываживаем две руки. Вот, 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 я служу, на готове держу. Держи. Держу, попал. Ну, может быть, ты подержишь, а я вас это. Ну, еще далеко. Полный садок уже набил, поди. Юра, поставь его хорошо, как тебе. Да вот он. Так, 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 смотрим за рыбой, не отвлекайся. Дедушки, бабушки. Видишь, он сидя вылаживает. Сидя вылаживает, рыбка. Так, вот значит короткий. А вот забавно, туда и сюда. Вот он тяжело к чему идет. Эй, смотри, не рыпается. Какой хороший. Плавники оранжевые. От тебя вот так. Ну, не все. Ну, хороший. Вот тебе хороший интерес. Ну, сколько тогда? Еще раз всем здравствуйте. Здравствуйте. Всем доброго дня. Как и выше повторял, сегодня мы решили порыбачить. Порыбачить на рыбхозе. Половить карпа. Вот. Выбор нас пал на рыбхоз Нарские острова. Вот. И как я говорил выше, то есть по путевкам на водоемы Треугольник и Восьмой пруд, которые были в среду предыдущие зарыблены, нам сесть не удалось, потому что все места там были просто-напросто заняты. Мы приехали к 6.00, вот. Но пускать начали немного раньше, полшестого. Вот. И, собственно говоря, посмотрев, что приткнуться некуда, ну, вариантом был еще один пруд за стоимостью 2500 сноса. Вот. Ну и решили, что раз уж приехали, бог с деньгами, конечно, жалко кровные, ну, что делать. Вот на этом водоеме промышленном мы были всего два раза. Обычно на нем ловить запрещено, так как, видите, вдали стоят плавающие кормушки. Вот. Здесь как бы находится, видимо, основное вот это пеленое поголовье карпа. Вот. Но под осень его иногда открывают. Ловили мы где-то в районе, наверное, 6-7 лет назад, вот на этом вот, именно на этом водоеме. Здесь даже не было никакой еще растительности, вот сейчас все заросло кругом. А мы были, здесь вот просто была насыпь, и кое-где стояли деревья. Здесь и березы вон выросли, когда мы сюда приезжали, они были диаметром, я не знаю, наверное, сантиметров 8-10, а сейчас вон уже такие выросли, такие 8 метров. Вот. Ну и как бы, что касаемо по рыбе. Значит, с собой брал наживку. Наживку. Оставались там такие звездочки, там каких-то разных ароматов. Ну, честно, на них даже не пробовал.
Вот. По дороге в Бутыни в магазине был куплен несколько банок опарыша и червя. А кукуруза, консервированная бомбием, ехала из дома. Как же на КПП, когда платили за путевку, значит, купил гранулы, ну, соответственно, с грузинками. Не знаю, вот с утра пробовал на эти гранулы, поклевок ноль. А Юра вот стоит где-то за ней, метров 30-40 от меня дальше, у него все поклевки почему-то идут на гранулы. Вот. Александр Васильевич, он стоит метров 20-30 туда. Вот, у него попеременно то кукуруза, то гранула. Опарыш игнорирует. Вот. Только кукуруза. 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 Значит, сажаю две кукурузины. Значит, крючки использую, вот не знаю, не раз за ничего, но как бы вот такие вот. Может быть, это писать отдельно, не знаю, честно скажу, но вот эти вот, именно вот этот крючок, ни одного схода не было. Вот, ну что, по норме вылова. Значит, сейчас время 11:09. Мы сюда приехали в 6 утра. Значит, пока туда-сюда, пока переписывали путевок 5-10, значит, на место мы пришли где-то уже в районе 6:30. Пока пришли, значит, при входе вот на этот вот, как бы пересек, так его назовем. Да! Извините, господа, прервусь. Завет Александр Васильевич, видим, там что-то село крупное. Сейчас выведем, а потом включим. Один подсадок цепляет по лестнице. Две рыбы. Ну и хорошо. Вот так, на уровне лица вытяни к себе. О, о, все, молодец.
Он чуть-чуть Господа решили покушать. Ну что, ну, пидорчик, да? Сальчик, наверное, да? Хороший. Юра, ты балдеет. А если бы я не вытащил? Ну, а если не вытащил, ну, это сами. Вот так. О, прошу прощения. Василий, все вывели. Вывели две штуки, два карпика в один сачок сразу. Видели. Вот. Значит, закончил. Ну, как бы что. Просим по рыбалке, по рыбалке. Вот. Ну, у меня лично карп, все подлетки на кукурузу. Два зерна. Прикормку в кормушку и вперед. Вот. Норму уже переловили. Время без, ну, полдвенадцатого, грубо говоря. Норма переловлена. Я думаю, что сейчас еще где-то 12 часов. И будем собираться домой. Домой. Вот. По рыбе. Сам речную озерную рыбу не ем. Только речную ем только в виде таранта. Значит, рыбу по приезду раздам. Ох ты, мама дорогая! Мама дорогая, а! Что ж такое-то, а? Ой, мама, какая поклёвка, а! Опять всё снесло. Ну, значит, рыбу отдам всем соседям, пенсионерам, дедушкам, бабушкам. Пусть жарят, парят, варят. Ну, как-то вот так. Это опять очень хорошая поклёвка. Треногу снесло со вторым фидером. Просто всё вот лежит. Вот как-то вот так вот все клюет. Вот. И сейчас пытаюсь вывести. Значит, господа, всего до этой рыбалки пару раз пользовался фидергабом. У меня мавер. Мавер — вот такая вот штука. Вот. Вот. Фидергаб. Вы знаете, что касаемо на платниках, у меня не было сегодня ни одного схода. Вот он где. Ну, надо вставать, извините. Извините. Вот. Господа, карп, я вам скажу, просто потрясающий. Он боец. Просто боец здесь. Только адреналина при вылаживании. Мама дорогая. Просто вот, мама, не горит. Ну, давай, дружок, давай. Извини, ну, как бы, поймал я тебя. Извини, друг мой. Ну, иди сюда. Так, Ну что ж такое-то, а?
Ах ты. Вот чем больше сосем, тем больше геморрою. Как говорится, у нас на Руси. Вот. Все распутали. Распутали стену провода. Микрофоны 5-10. Вот. Ну, как-то вот. Как-то вот так. Извините, мой микрофон. Вот. Вот такой у нас конфиг. Затрой любой классический. Второй, конечно. Мой друг мой чудный. Вот такая рыбёшка. Вот. 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 Так? И что это значит? Вот мой резинка. Убегу. Пожалуйста, брат. Форест Гамп? Форест Гамп? Я знаю. Резинка. Резинка Гамп. Резинка Гамп. Я не знаю, что это. 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 Я не зн